Ну, здравствуйте, теплолюбивые. А вы когда-нибудь хотели, чтобы ваши мечты сбылись? Вот сегодня мы поговорим о продукции компании, которую основали мечтатели. Хотя, как мечтатели? Мечты этих людей уже сбылись. Поехали! Сегодня наш разговор пойдет об оборудовании компании Warm, основанной людьми, которые работали в представительствах различных брендов. И вместе они решили, что нужно производить качественное и надежное отопительное оборудование из лучших комплектующих здесь у нас в России. И пусть это будет спойлер, но это у них получилось. Компания основана в 2016 году, и в этом же году собственное конструкторское бюро приступило к разработке котлов и водонагревателей. Производство решено было начать с водонагревателей, но ввиду отсутствия производственных мощностей на тот момент, в 2018 году, изготовление решено было заказать в Поднебесной, но разработаны они у нас, в Санкт-Петербурге. Продажи этих водонагревателей также стартовали в 2018 году. И, кстати, с ними мы сегодня и познакомимся. С водонагревателями Warm Aquas. Годом ранее в компании был открыт сервисный центр по ремонту газового оборудования. Ну а в 2019 году произошло торжественное открытие завода Warm в Санкт-Петербурге и стартовало производство котлов Warm Aurus. Я надеюсь, в будущем нам доведется побывать с вами на этом заводе и посмотреть за производством этих котлов. Но еще быстрее, я думаю, мы сделаем разборку котла Warm Aurus. И, кстати, все котлы и водонагреватели компании Warm проходят испытания, что говорит о 100% контроле качества со стороны компании и заботе о вас, о потребителях. В этих случаях я обычно люблю говорить спасибо компании Миргаза и Тепла, моим друзьям, за предоставленное оборудование. Но здесь это не так. Здесь я хочу сказать спасибо компании Warm, а точнее ее сотруднику Анатолию, за то, что он меня познакомил с данной компанией и с этим оборудованием. Я надеюсь, наша дружба продолжится. Спасибо, Анатолий. Итак, лицевая панель. Что мы здесь видим? Смотровое окно для контроля горения, ручка регулировки протока воды и ручка регулировки мощности горения. Инверсионный дисплей, что позволяет очень хорошо различить выводимую на него информацию при любом освещении и любом угле наклона. Кстати, перед нами представлен водонагреватель производительностью 10 литров в минуту и мощностью 20 кВт. В нижней его части мы видим заглушки разных цветов, которые позволяют нам подключить водонагреватель правильно. Желтое – подключение газа. Синее – подключение холодной воды. Красное – выход горячей воды. А также мы видим батареечный отсек на две батарейки типа размера D или по-другому LR20. А еще предохранительно-сбросной клапан, обеспечивающий безопасную эксплуатацию водонагревателя. Теперь давайте более внимательно посмотрим, как отображается индикация температуры на инверсионном дисплее в черно-белом цвете. А сейчас демонтируем переднюю панель данного водонагревателя. Для этого снимаем две ручки, отключаем дисплей от датчика температуры и блока управления, и откручиваем два винта в нижней его части. Снимаем переднюю панель. Основные элементы. Электронный блок,
водно-газовый узел, горелка, теплообменник, стабилизатор тяги. В качестве автоматики безопасности выступает датчик перегрева теплоносителя, датчик перегрева дымовых газов, электрод ионизации и электромагнитный клапан, находящийся на газовом узле. Разберем каждый элемент по отдельности. Стабилизатор тяги. За счет его усовершенствованной конструкции дымоудаление происходит идеально. И, кстати, он изготовлен из алюминизированной стали для защиты от коррозии. Датчик тяги. При превышении температуры дымовых газов контакты в этом термореле размыкаются, за счет чего колонка выключается. Это обеспечивает защиту при неправильном дымоудалении и некорректной работе дымохода. Диаметр подключения дымохода 110. Медный теплообменник. Как вы видите, выполнен он идеально. Пайка теплообменника происходит в среде инертных газов по технологии Free Oxygen, что значит, что пайка происходит без олова и свинца, а это означает долговечность и безопасность для человека и окружающей среды. Инжекционная 10-секционная горелка с центральным коллектором. Эта горелка практически не забивается и не нуждается в чистке. А если ее демонтировать, то легко можно промыть под проточной водой. Также здесь мы видим защитный экран, два электрода розжига и электрод контроля пламени и ионизации. Стандартный водно-газовый узел. Принцип действия прост. При протоке воды через водонагреватель вода давит на мембрану, которая толкает шток, отводит микровыключатель в положение «включено» и открывает газовый клапан. При отводе микровыключателя в положение «включено» открывается и электромагнитный клапан. Ну и, конечно же, батареечный отсек и электронный блок. Датчик перегрева воды. При превышении температуры воды контакты в датчике размыкаются, водонагреватель отключается. Итак, подведем итог. Как вы сами уже убедились, качество данного оборудования, несмотря на то, что оно произведено в Поднебесной, я бы сказал, практически идеально. И если сравнивать его с аналогами за данную цену, а данное оборудование на официальном сайте, ссылку на который вы найдете внизу в описании, 8800. Ну, на момент, когда я снимаю видео, может быть, цена изменилась, скажем так, в районе 9000. И, опять же говоря, сравнивая его с аналогами, я думаю, что полноценно этот водонагреватель заслуживает 5 спецов, которые я ему и ставлю. Не забываем также о том, что в данной колонке гарантия 2 года при соблюдении всех требований по эксплуатации и монтажу. Ну и, наверное, на этом все. Всем спасибо. До свидания. Стоп. Подождите, не до свидания. Мы же не забываем про вот это. Вот это. Вот появилось. Видите? Ну, и как говорится, вот теперь всем спасибо. До свидания. Ну и же, как обычно, привычная сцена после титров. Михаил собирает оборудование, упаковывает его. Так, крышка. Анатолий вернул в целости и сохранности. Пока собираю, о чем хотел поговорить. Как вам вот такой формат с несколькими локациями, с разборкой на стене? Вы же в комментарии там пишите. Хоть понимать, так делать или как обычно на столе. Еще, кстати, у нас такой небольшой спойлер. Для меня был один легендарный котел, ну, который, правда, мне нравился очень, честно. Но потом его сняли с производства. И сейчас он, ну, скажем так, вернулся. Не знаю, в том же исполнении или нет, но он у меня сейчас есть на складе. И мне бы хотелось бы сделать его разборку. И, скорее всего, я ее сделаю. Посмотрим, то ли это, или все-таки это что-то уже такое
назовем это, игра на воспоминаниях. Так, ну, в общем, ребят, спасибо большое, что смотрели, а я пошел.